Good afternoon, dear friends. Добрый день, дорогие друзья. I am glad to meet you again. Я рада встретиться с вами снова. Please open your books. Пожалуйста, откройте ваши учебники. Spotlight 3. Spotlight 3. At page 110. На странице 110. Lesson 14A. Урок 14А. In the park. В парке. Exercise one. What are they doing? Что они делают? Listen and match. Послушай и сопоставь. Найл и Макс оплеен сока. Найл и Макс играют в американский футбол. Дэби из райдения байк. Деби катается на велосипеде. Ли из итиня хот-дог. Ли ест горячий бутерброд, сосиску в тесте. Пэт и Элли оплеен баскетбол. Пэт и Элли играют в баскетбол. Билл из слипень. Билл спит. Кен is drinking coke. Ken пьет колу. И две картинки здесь лишние. Exercise 2. Веселый текст. Мама ушла куда-то по делам, а папа остался дома с троими детьми. Мама волнуется, как папа справляется с детьми, и звонит ему. Читаем диалог, раскрываем скобки, ставим глаголы в present continuous. Hello, dear. Привет, дорогой. Is everything okay? Все хорошо? What are the children doing? Что делают детки? Well, Judy is playing with some toys, and Ben is jumping up and down on the bed. Ну, Джуди играет с игрушками, а Бен прыгает вверх-вниз на кровати. And the baby, а малышка, the baby is eating, малышка кушает. Are you having a good time? Ты хорошо проводишь время? Oh, yes, I am having a great time. О, oh, да, я великолепно провожу время. Exercise 3, упражнение 3. Read and answer. Прочитай и ответь на вопросы после текста. It's King's Park Day today. Сегодня день Королевского парка. There are a lot of people in the park. В парке много людей. Look, посмотри. Jim is playing a game with the clown. Джим играет в игру с клоуном. Sally is eating an apple. And her brother Sam is making a sand ест яблоко, а ее брат Сэм строит замок из песка. Дженни, and Jude are painting their faces. Дженни и Джуд и раскрашивают свои лица. Their mother, Sue, is watching them. Их мама Сью наблюдает за ними. Can you see Paul and Tony? А вы можете видеть Поля и Тони? They are riding a horse. Они катаются на лошадке. Everybody is having a great time. Каждый или все великолепно проводит время. Answer the questions. Отвечаем на вопросы. Who is playing a game? Кто играет в игру? Jim is playing a game. Jim. Who is eating an apple? Кто ест яблоко? Sally is eating an apple. Who is making a sand castle? Кто строит замок из песка? Sam is making a sand castle. Who is riding a horse? Кто катается на лошадке? Полин, Тони are riding a horse. Портфолио. Now draw a picture and write about a day in the park. Напишите свой рассказ о дне, проведенном в парке. Используйте текст упражнения 3 в качестве примера. Игра. Exercise 5. Один учащийся изображает жестами какое-то действие. Вы называете это действие. You are sleeping. Ты спишь. Homework. Домашнее задание. Exercises 1, 2, 3, упражнения 1, 2, 3, page 110, 111, страница 110, 111, to read 20 times, читать 20 раз, знать перевод. Exercise 4, упражнение 4, письменно, портфолио. В сборнике. Для выполнения этих упражнений повторите правила Present Continuous, модуль 7. Образец. Is she reading? Она читает сейчас? Yes, she is. Are you writing? Ты пишешь сейчас? No, I am not. Are you playing the piano? No, I am not. Is she talking? Yes, she is. Are they writing? No, they aren't. Остальное сделайте, используя таблицу учебника. Exercise 10. Упражнение 10. Задай вопрос и ответь на него, пользуясь подсказкой. Образец. What is Larry doing? Что Ларри делает? He is painting a picture. Он раскрашивает картинку. Снова present continuous, и я вам помогаю, потому что упражнение трудное. What are the children doing? Что делают дети? They are making a sand castle. Они строят замок из песка. What is Nanny Shine doing? She is watching TV. What is Parker doing? He is driving a car. What is Maya doing? She is singing a song. What are Larry and Lulu doing? They are writing. What are the animals doing? They are dancing. What are your friends doing? They are walking. What is Chuckles doing? He is jumping. What are your mother and father doing? They are watching TV. What is your sister doing? She is playing the piano. What are you doing? I am reading a book. What is your brother doing? He is playing a game. Exercise 11. распредели слова по столбикам в соответствии с правилами чтения подчеркнутых букв и прочитай слова. В левой колонке будут слова со звуком «н» – «rocking», «long», «doing», «raining», «thing», «living». В правой колонке слова со звуком «н» – «begin», «pen», «thin», «clown», «again», «garden». Exercise 1, page 95. Упражнение 1, страница 95. Здесь вам понадобится список слов, модуль 7. Ride a bike – кататься на велосипеде. Eat a hot dog – есть сосиску в тесте. Остальное выполните сами, это легко. Exercise 2, page 95. Упражнение 2, страница 95. Напиши по образцу. Образец. He is laughing. Он смеется. I am laughing too. Я смеюсь тоже. Мы меняем глагол to be. Am is a. В соответствии с местоимением. После I мы ставим M. После she is it мы ставим is. Во множественном числе мы ставим a. They are flying a kite. Они запускают воздушного змея. She is flying a kite. I am eating a hot dog. Я ем сосиску в тесте. You are eating a hot dog. Упражнение несложное. Остальное сделайте сами. Good luck, удачи, goodbye, до свидания. The lesson is over. Урок окончен.